Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем осваивать искусство интуитивной, спонтанной импровизации на фортепиано. И упражнение, с которым мы познакомимся с вами сегодня, называется «Для гармонии нужно двое». Как вы помните, на прошлом занятии мы с вами осваивали импровизацию и игру всего лишь на одной ноте. Сегодня к этой одной ноте мы добавим еще одну ноту. И сегодня мы будем играть уже на двух нотах. Если в прошлый раз, к примеру, мы предлагали использовать ноту до, то сегодня я предлагаю добавить к ноте до, к примеру, ноту ля. Хотя в вашем случае это может быть абсолютно любая другая нота. Я даже предлагаю вам поискать то сочетание двух звуков, которое вам покажется наиболее приятным. Ну, к примеру, я беру ноты до и ля. Это будет звучать вот так, если это сыграть вместе. И вот так, если это сыграть по очереди. И сейчас мы будем продолжать играть нашу с вами музыку на всей клавиатуре нашего инструмента, используя всего две ноты. В данном случае до и ля. Давайте попытаемся передать, к примеру, бушующее море. Нарисовать картину бушующего моря с помощью только двух нот до и ля. Я думаю, у нас получилось довольно неплохо это сделать. А теперь я предлагаю дорисовать картине бушующего моря парусник, который упрямо сопротивляется шторму и пытается не затонуть. Давайте в противоположность этому нарисуем как разрешение, хэппи-энд нашей с вами мрачной картины, как расходятся тучи, прекращается ветер, появляется солнце, и наш корабль начинает просто спокойно плыть по морю. Да? Возьмем наш с вами бурный кусочек и плавно успокоим наши волны. Выпустим солнышко и позволим нашему кораблю спокойно плыть по морю. Как вы видите, наша музыка стала разнообразнее за счет того, что мы добавили вторую ноту, но она продолжает быть элементарно простой. И позволяет вам легко овладеть этими двумя нотами, не ошибаться. Потому что две ноты — это даже не три сосны, в которых можно заблудиться. Здесь все намного проще. Но уже мы можем с вами рисовать довольно яркие музыкальные образы. Практикуем упражнение. Для гармонии нужно двое. Выбираем две ноты, сочетание которых покажется вам наиболее интересным, приятным, благозвучным для вас. И на всей клавиатуре, используя эти ноты, рисуем различные музыкальные образы.